Так что огромное вам спасибо всем-всем, что приехали, что нашли время. Цифры, я их уже не помню. Вот такая у нас красотка растет. Ну все, давайте, с днем рождения. А бабушке ничего не налили. Да, что же я ничего не налила? А где? Давайте, все, все, опять красненького съели. Не надо. Олечка, давайте Анисе. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Ура! Ура! Дай бабушке здоровья. Большое вам спасибо. То ли еще будет, Лена. Да. У нас сегодня театр будет. Сразу вас предупреждаю. Вы хорошенько выпейте, чтобы расслабиться. Да, давайте выпьем. У нас концерт. Да. Да. Этот, у нас с тобой должны быть хорошо, у нас сегодня много работы. Нам сегодня надо подкрепиться. Писала с пекинской капусты. Это младший. Ритусь, смотри, младший, чтобы все у всех было. У Ольги нет самого этого. Давай еще. 4 года верой и правдой. Служила. Да, через все муки, в общем, через все прошла. Любань, огромное тебе спасибо. Тебя буду вообще помнить и молиться за тебя, и ты мне, конечно, очень помогла, и за бабушкой смотрела, и она тебя любила. И, в общем, ну, Любаня стала просто членом нашей семьи. Да. Я хотела сказать, да. Ее один недостаток, она очень скромная, скромная, совестливая. Нормальная. Ты частушки ей не пела просто. Наша Валечка родила 2 сыновей. Ну вот, к сожалению, Лёши нету. Ну, он такой же красивый, он, правда, не такой большой, он немножко поменьше. Да. Он вширь пошел. Да, он вширь. Да. Наверное, неуместно будет говорить, что это моя бабушка. Да, нет, неуместно. Поэтому я хочу выпить за прекрасную женщину. Дай Бог ей много-много здоровья, долгих лет жизни. Большое вам спасибо. Мы очень скучаем. Поэтому ездим все чаще и чаще. За тебя. Ура! Никогда бы не... Ну что, у тебя не работает? Знаю, Золотые горы. Да. Я была сотня.
стала стыдно, стала плакать, горевать. А мальчишку стало жалко, стал девчонку унимать. Не плачь, девица, красавица, не плачь, душенька моя. Буду осенью жениться, возьму замуж я тебя. Ох, молодец. Если мальчик не жениться, меня девушку не взять. Твой папашенька богатый не позволит меня взять. Молодец. Тетя Шурочка, значит, дочка заказала носочки, но в носочках там сюрпризик есть. А на модельтайка носочки достанет, носочки. Она у нас писает, ей много носочков надо. А в носочках найдете сюрпризики там. Носочка, сюрпризик. Что, она крестится-то? Так, смотрите, дама, чуть я не нашла. Что-то говорит, не нашла. Ищите, что-то мало сюрпризиков. Нифига себе, Оль, ты что, на два кучки достанется. Оля, на 100 лет буду все не может заказывать. Давайте сюда носки. Рук на один. Что-то ничего не нашла. Чего? А что там должно быть? В сереньком и в синеньком. А, нашла. Так, чуть-чуть. Все, оставляйте. Так, пусть она сама пороется. Нельзя ей еще раз прячь, ну, не найдешь. Никогда. Свет, положи, пусть она поищет. Опа. Дай вам восстановить. Вот все здесь присутствующие, никто не припомнит в своей жизни события, когда они были на 95-летнем юбилее, да, кого-либо вообще, да, из родных, да, из близких. Поэтому можно назвать это каким-то вот историческим, да, вот важным событием. Мы действительно сегодня, вот без шуток, без на полном серьезе, мы действительно должны понять вообще, что происходит. Это Ольга, моя школьная подруга. Я вспомню, она всех всегда кормила. Это вот кто-то. Это была не проблема. Вообще прийти в гости, ночевать, остаться. Это потому что это, причем правильное питание, тушеное. Свекла, да, тушеная, да, морковь. Да, все. Каши, все. Помнишь, как она нас раскормила на кашах? Нам есть чем добрым ее, безусловно, вспоминать. И я очень рада, что мы эти слова говорим. Местные были, да, а очень много было моих из курса. Они из деревень были, ну, в общем, они были не местные. И все, да, я сессии проводили у меня. Ваня, зеленая крыша. Зеленый дом, зеленая крыша. Наглядеться не могу. Неужели я бы в этот дом не попаду? Боевая я есть. Лечение моли, боевые большая. Стой, перед тобой. Катеньку родить. Катя вырастет большая, за вином будет ходить. Давай еще частушки еще какие-то. Говорят, что я старуха, но мне не верится. Как увижу мужичка, все во мне щеверится. Жаренькие раки, заходи, к нам ляжем в бараки. Лен, а дай стопочку и тарелочку. Лапа судит на мосту, что отчаянно расту. Не судите, тетушки, я такой породущий. По молодости. Мать моя, Настасья!
Богдана. Я чуть забыла, как я напою частушки. Да. Ну, моя стоит болит, длинная, прилинная. Родной, хотя я больна в новом родильнике. О, чуриха, нет, ну, зачем ты так ёшь? Когда вот так мы с вами вместе, нас согревает не вино, а греет душу и греет сердце, нам настоящий расту. Веселее час и часть не Настя, делить мы будем и тогда, давайте же друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наша нежность, наш друг, годами сильнее. Все понятно? Света? Да. Нет, подождите, это не то, это вторая песня. А где вот это? А наша вот. Так, кто присоединит? Светулечка? А, Свет, иди скорее песню. Погоди, очки. Весели час мы с вами делим и пожелаем на года здоровья, радости и удачи, как будем вместе, вместе навсегда. Мама, мама. Вот такой тоже. Если вы узнать хотите у тети Шуры про года, она ответит без сомнения, что молода, что молода. Она права, она права. Не устаем мы в этой жизни любить и верить, и мечтать, чтобы собраться снова вместе. Сто лет тетчуре отмечать, сто лет.
сердце чуде отмечать. Первый куплет. Мы все спешим за чудесами, но нет чудеснее ничего. Когда нас жизнь всех сорвет, вот на такое торжество, вот на такое торжество. Эти бабушки так же поют. Песня-то что-то голосу не стало, что-то я уставшая, не уже, наверное, девушка, Фалтус.
Когда любовь храня, вас поздравляю с песнями цыганская семья. Нам дружбе нет различия, живя семьей одной. Мы свято чтим обычаи и любим всей душой. Хорошая жизнь! Давайте хлопайте! Это я! Лагода моя! Я ты, Ванёна! Дай, 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 дай
движение, эффективное. У нас прям девочки просто, я даже не знаю, как их сдерживать. Я прям не сдерживаю. Все влюбленные. Да, меня держать. Ты знаешь, меня в любом не удержишь. Не удерживаю. Я все ближе и ближе. Зайдите мужчины туда. Там уже голос Елены из окна. Я не мужчина никуда. Елена, вот. Да. Вот. Мне вас очень Андрей. Жалко, Андрей. Конечно. Вот почему тебе жалко? Они все дела оставили и приехали к тебе. Порадовали. Говори. Вы хорошо меня поздравили. Я буду еще здоровая. Я здоровая. Да. Еще буду после вас еще здоровее. Ты скажи, ты обещаешь, что на 100 лет, чтобы они приехали, когда тебе будет 100 лет, чтобы они приехали. Приглашай их в гости. Когда тебе 100 лет будет, пригласи их к себе. Да. К 100-летию приходите. Сейчас мне 90 с лишним. 95 лет. Да. Она всегда себе уменьшает. Нет, не 90. 95. 65. 65. Тетя Жур, 65. Я человек неграмотный. А что считать? Замучишься. Полюбила я его. Он мальчишка ничего. Между прочим, да не очень. Да, все же ничего. Ехали мы, ехали. Нет, да, да. Да, ну, потом уезжаем. Да, рано еще. Нет, будьте здоровы, если будьте богаты, мы уезжаем. Да. Начало. Да.